Ну. По-моему, ты не нажал. Нажал. Я вижу фраб, значит. А, да, вот. Всем здрасте. И да, и мы снимаем... Wolfenstein The Order. Это Спанч Боб, и кто? И ассасин, конечно. И ассасин. Я вижу, что ты вот скайп, надеюсь, сегодня не пою. Хотя я в любом случае не пою, потому что его ник не ассасин. Да, потому что там у тебя псевдоним стоит. Да, поэтому все равно никто не сможет его найти. Там вот только по аватарке. Ну ладно, я думаю, это будет сложно сделать, поэтому все равно. Ладно, мы сегодня начинаем играть в Wolfenstein, я думаю, все ждали. Я как бы заснял, как там, Turbo Dismount, потому что я очень хотел заснять Wolfenstein, теперь мы его снимаем. Во-первых, хочу проверить, будет ли эта игра лагать, потому что у меня Dishonored очень сильно лагает, эта игра, от Bethesda. Поэтому вот так вот. Даниил, у тебя есть какие-нибудь комментарии? Да нету, ну, чё? Что ты можешь сказать? Что ты ожидаешь от этой игры, например? Что ты ожидаешь от этой игры? Знаешь что, меня малость, смущает то, что это. Там, не старые разработчики, так сказать, сделали, а Bethesda. Кстати, яйцо копирует полное яйцо главного героя старых частей. Вот это яйцо, видишь? Знаешь что? Да. Мне кажется, что это не главный герой. Ну, вообще, хочешь перековать, это главный герой, типа? Я знаю, Мне больше предпочитает пиксельное квадратное. На, это 3D, поэтому ты даже заготовишь. Ну ладно, мы начинаем новую игру, верно? Если вы просто можете, попуй, можно поиграть? Не бейте меня, подходите, я воплощение смерти и убер. Знаешь, на кого мы будем играть в уровне сложности? Ну, подходите. Нет, подходите. Будем играть на убере. Окей. Будем играть на убере. Это будет еще одновременно Hard Bob. Я так думаю. Окей, это главный герой, он спит на Тойоте. Говорили главному герою, не пей перед вертолетом. Ну, пока что игра не лагает, я могу сказать. Прикольно. Да, я вижу тебя 20 FPS. 27. Я надеюсь, что так будет... Я надеюсь, что это так будет всю игру. Потому что если так будет не цель, то я смогу играть. Мы FPS, да. И темнота, и боль. Да, вообще. И жопа, и боль. Балтийское море? Подъем, глазка. Ой, уже... Так, уже ППС начинали подседать. Ваш прикол? Да. Мы поняли то, что... Мы поняли, конечно, фамилию главного героя. Башка. Ганя, что происходит? По-моему, это слишком большой корабль для истребителя. Мне тебе не кажется? Ауч. Я надеюсь, хотя бы тут не будет один ВПС скоро, потому что если там будет один ВПС, то я не смогу играть просто. Играя на минимуме, есть технический отсек. Я смогу на бич ходить? Эй. Видимо, сможешь, раз тебе говорят, перекрой другую шрубу. Я вроде могу ходить на такого пояса, ну а параллельно. Единственное, что эта игра, пока что напоминает старую игру, так это именно индикатор не тут. Странно. Хочешь сказать? Да. Мне ничего не напоминает. У меня привычные внизу эти. Мне больше привычнее... Он круто больше Штейн, там они были внизу слева. Там это, бол-бом. Для меня это бол-бом. Окей, здесь какая-то штука, которую должна подрезать. На Е. Кнопка Е, ты их пошёл. На Е. Найди инструменты! Ау, шкафчики, где шкафчики? Это шкафчики, где шкафчики? И шкафчики. Это шкафчики. Я думаю, вряд ли тут шкафчики. Где шкафчики? Смотри, там еще какая-то синяя маска. Там еще синяя маска. Где? Не верю. Не вижу. Наверное. Не верю. Тут? А, да. Могу бегать. Я могу бегать. Сильник так себе не помогает. Я ведь по вертолету. Не вертолет. Хотя бы руки. Я беру инструмент. Все, пошли. Чемпионный инструмент. Изолента и это. Ух ты, да вообще горит. Все горит, блин. Вообще пукан горит.
Да, сейчас крепко, блин. Ой, рука горит. Что делать? Ой, надо ее погладить. Она не гладит тебя. Что он не пишет? Какая тварь. Я теряю высоту. Какая тварь не пишет. Лёха, ну ладно, хорошо, а где он находится? Лёха, уйди, мы снимаем. Мы выйдем из дальше. Ты должен идти, жопу вообще. А ты знаешь, что ты давай. Ай, что я на гайке? Чё? Где я кирпикаю? Смотри, запись. Газетку. Нацисты создают супероружие. Лондон, 5 июля 1946 года. За год понесерем. Ты читаешь? Да. Ну хотя бы не лагай во время того, как я читаю. 25 FPS. А сейчас будет 8. 10. 10 FPS. Я думаю, что это из-за запись. Я считаю, что это из-за запись. Да. И макап экрана. Новое оружие. Потише. Давай, на мышь 3. Я должен на мышь 3, что это значит? Колесико. Колесико? Да, да, колесико. Только прикинь. Что, не надо, что мышь 3, это колесико. Я думал, что мышь 2 должна быть колесико. Это было бы логичнее. Это мышь 2, это правда, только мышь. Было бы логичнее, потому что 2 здесь не так. Ладно, все, разрезаем. А что находится в этих ящиках? Патроны жрачка. Блин, как бы воевать с патронами. Ну да, вспоминаю, из этой. Из первой нормальной 3D. Ой, чёрт, я хотела, что ножик пропадает, когда я им бью. Не пропадает. Ладно. Первый косяк. Я уже вижу попадание ножа, ПСС, что ты делаешь? Ножик пропадает, когда я бью на попадание. Окей, я думал, должны возвращаться, я прав? Да, он возвращается. Ты что они тут тебя бомбит? Никто его ремонт делал, нет? Ага, ты там живой! Да ладно, ты там живой! Риска, они бьют из крепости черепа, мы уже приехали в крепость черепа так быстро. Ну, у меня же герой спал. Ладно, нам уже сюда, ты понял? Черта! Падаем! Риска! Ай-яй-яй! Пью-п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 ью-
что, турей? Давай. Турей. Ну, ты как Call of Duty настоящий же? Нет? Ну такая же турей, как Call of Duty. Я могу стрелять? Пожалуйста. Ты не можешь. Я могу стрелять, у меня не лагает. Не полагает стрелять. Это поцелуй Гитлера. Ты что, это не помнишь? Ну, как же попасть по ней? Это сложно. Что ты стрелять невозможно? Нормально. Ты же не стреляешь. Попасть невозможно, понял? Они меня расстреливают, вот так факт. Я могу попасть. Хотя можно рухать, уничтожить. Ну давай, уничтожить. Что они делают со своим стеклом? Они его ломают. Да, зачем? Чего это делать? Все, я уничтожу кого-то хотя бы. Молодец. Это вот. А ты знаешь, что нет никаких объектов? О, мне дай ачивку. Уничтожить, убить кого-то? Нет, уничтожить твоё. Серьезно? У меня сейчас лагает на ваш экран. Я что, серьезно? Значит, то, что у меня. Значит, следующий наград, что ты заметил, значит, давай три. Мне нравится. Да. Играть как ты будто. Ну да. Ничего нового, ничего плохого. В этом нет ничего плохого, ты играть ничего нового нет. Как
немножко научился, понимаешь, даже не немножко, но все равно. Я играл на низком, поэтому это хорошие сроки, да, не стоит. Мне кажется, своих лучше. Мне кажется, своих. А помнишь прикол, который я тебе рассказывал, Кэппи? Поиграл на высокий, поиграл на низкий. Помнишь? Да, блин, я сейчас уже сейчас корабль уничтожу полностью. Не вру. Где враги? Откуда? Где? Никого не вижу. Точно полетел надо мной. Чики. Чизов? Охренел. Куда он меня стреляет? Вверх, видит он как. Ой, вот кто-то там есть, я кого-то убил. А чё вы когда тебе? Осторожно, прямо по курсу. Кто идёт по дарам? Где? Да, идёт на дарам. Правда. А этот? Чё тебе нахуй на дарам? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я жив? Чё это этот хп? 15, 17, 18. Нет, снова стучится в дверь. Я не помню это. Чего? Вот поет меня, я не хочу. Я не хочу, вот и все. Я не хочу. О, привет! Че ты меня бьешь? Это, это не хорошая идея. Подожди, косая. Что? Что? Что он уже войну не хочет? Хотел бы войну. А может он нам обычно не вколол? Ай! Ой, ай! Он нам прикрытка вкалывает. Что? Что ты говоришь? Слушаешь? Что ты меня слушаешь? Не проверяй меня на слух. Ты дышишь, везунчик. Ты дышишь, везунчик. Какой ты живучий, господи. Хотя тут в этой игре есть регенерация, как я вижу. Ну, 20 хп. Я играю на сложном уровне сложности, самом сложном. Видишь? Боже, а что, на легком, что ли, там на сташу? Да? Хочешь сказать, да? Девочка. Я не знаю. Что нужно делать? И нет заданий. Кондор Гейр, я вам очень рад, я за познакомиться, куда ты едешь? Найди, я очень рад, я хочу в туалет. Ай, не скажи, я же сказала, что не хочу. Осторожнее, Фиргер! Кнопочки, я хочу всех нажимать, не важно? Нажми на большую красную кнопку. Нет, а нет, есть. Смотри, красная большая кнопка. Прошли всю игру. Классно, я тебе радар, как я уберу тебе радар? И это печат. Блин, у меня что-то лагает. Я сейчас игра налагает. Какой рычаг? Потом, вот это рычаг. Сказай какой. Ауч. 5 миллионов вот экрана повисла. Что должен делать? Да у меня 20 экран, что должен висеть. А, вот это я должен. Что ты должен? Опа, чир. Он их водили, класс! О! Нет. Что она происходит? Ой, нет. Ой, чувак, вырежешь меня. Ой, чувак, ты где? Ой, тихо, что же? Что происходит? Он нахерит, он нахерит меня! Ты долгий вступление, мое видео будет, все мое видео будет вступление. Ой. Дайте нам пушку. Ладно, никто не дает пушку. Чего они бы такие? Потому что я хотел долго ступить с собой. Вау. Опять нас отвлекал. Я вижу штурмал. Опять нас отвлекал. А вот этот. И опять Майнкрафт. Блин! Не знаю, как у тебя, но у меня пить. Кому мне это говорят? Есть?
Нет завтра литературы. Нету завтра литературы. А я что-то до вступления не довольно-таки долго. Так, левой парень. Еще одну просьбу. Вы не довольны? Да. Отпраковать, выковать двери. Ай, дорогие гости. А у нас... Могу? Нет, я не могу. Апель, да. Что нужно делать вообще? Аз понял, Сеть. Глазка, открывай дверь кабины. Какую кабину? Это кабина. Вот этой кабины. Ну все, теперь ты можешь открыть. Иди, открой ее. Да, могу. Нет. Открыть дверь кабины. Какой кабины? А, вот этой кабины. Окей, открываю. Тут есть какой-то самолетик. Готов? Я всегда готов. Прыгай. Полетел. Летит. Лиза, почему ты полетел? Упадет? Это новая модель. Нет, он не упал. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет. И нас все мы. Как вас это не заплатывает? А? Мартьянова. Прыгай. Давай. Прыгай с разбега на контр. Бери. Прыгай. Тоже прыгай вместе. Чё? Прыгай, ладно. Окей, привет. Что делать так же? Отвори, отвори, просто отвори, все, спасибо. Давай, хватай, маму. Тяни, чё так долго? Это мне не нравится. На, не отпустит. Где так, и ты станешь первым чуваком, которого раньше нет полетит. Почти. Такая долгая, такой долгая... Что, боюсь, ниоткуда, Англашка? Такое долгое вступление. Ну да. Отвлекот, покинь первый голова. Просто мое видео не может слышать, он же так понимает. Дайте ему. Что будешь, узнай, будет, капитан. Жизнь и смерть. Ура, сэр. Ура, сэр. Ура, сэр. Ура, сэр. Окей, что теперь? Клянуло лицо. Мел наглую рыжую ногу. Вывел капитана. И эту. Я тебе обещаю, ты когда-нибудь умрёшь. Ты умрёшь. Я тебе обещаю, ты умрёшь. Прикол. Я тебе обещаю, ты пройдёшь игру. Не умею. Давай, чувак, сломайся в порядке. Получай. Спасибо, сэр. Смотри, еще там было. Спасибо, сэр, в порядке. Спасибо, сэр. Окей, мы летим, по крайней мере, куда-то. Ай, бойно. Зачем вы кидаете наш корабль в двери, в бочки? Что? Нас кидают в двери? Да, потому что нас на них будет. Каждый раз так ровно смотрит. Ты стараешься, что сделал, не тот номер задашь. Ясно, годы ушли. Ну что, ладно, крепость с черепа уже на горизонте. Врежемся прям в нее, и будет конец игры. Да влезьтесь прям в Гитлера. Я тоже.
Да, украинский героический смех. Ешь прям недание Гитлера. А, еще по нам. Мы падаем. Боись, что падаем. Да. А что мы так делаем? Россию бомбят, 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 бомбят. А потом прилетает главный герой и на каком-то одном бомбардировщике и все подрывает. Что происходит, короче, Мария? Что это значит? Кто летит? А что произошло? Не знаю, мы взорвались. Кто-то пытается выбудить что-то. Ван! Их съедает какая-то собачка из-за ой, смотри, собачка! Даня! Да, видно. Смотри, собачка! Ой, смотри, собачка! Что это капуста? Ай, собачка! Нет, собачка! Чего ты летаешь? Чего ты летаешь? Собачка! Собачка! Что у тебя происходит, я не понимаю? Я собачью спуск пытаюсь. Телефон, звони кому-нибудь. Ответь вызов по рации. Где рация? Это рация, давай. Fergus, это рация. Твоя тоже такая же. Same problem here. Shacked up inside. Что это там происходит? Я взяла перед грудином как играет. Не могу. Окей. Потом на видео посмотрим. I see you. What can I do for you? We can't get to it from our position. Да, выйду на другой земле, да, и ты веришь, что мне хватит дыхания. Скоро буду. Окей, у меня есть исчезающий ножик. Окей, пойдем туда с ним. Могу его уничтожить? Да, могу его уничтожить. Повезло. Я могу защищаться на правую кнопку мыши. А на эту кнопку мыши я могу прыгать, как и на другую. Окей. Что? Мальчик говорит. Здоровье. Спасибо. Все, поплыли. Интересно. Исплыли его с рапинкрана, ты видишь. Потом. Ну хотя нет, уже не смогу. Потом на видео посмотришь. Я плыву, я плыву. А что у тебя сейчас происходит на демонстрации экрана? Тот момент, там где ты еще только из воды. Я уплыву из воды. Ой-ой-ой, меня обстреливают. Была плохая идея. Значит, просто проплывем без этого. Была плохая идея. Взять и уплатить. Может, подари, когда ты захочешь перезапустить демонстрацию экрана. Ай-яй-яй-яй-яй, что происходит? Это машинка, что происходит? Пусть эта машинка тебя задавит. Я ничего не понимаю. Не помогает. Ну что, я почти дошел. Доплыл. Немножко осталось. Ай-яй-яй, я не могу заплыть. Черт, я не хочу умирать. Не положено сейчас умирать. Начало игры. Я не хочу наверх. Я хочу наверх. Нет. Дайте мне залезть наверх. Спасибо, полезы по лестнице теперь. Денджер, спасибо. О, пулеметик. Сейчас обстреляю собачек, наверное. Где эти штуки? Обстреляю. Умри! Умри! Ты тоже заодно. Все. Они сдохли. Знаете что, я на этом закончу первую серию. Она была скучная, но... Вс!
все интересное будет впереди. Мы играем, я повторюсь, на Убере. Ножик прилетел прям сверху, с небес, от Бога, наверное. Нам дай ножик. Короче, на этом все. Собираюсь закончить все людей. Сам будет Спанч Боб и кто? Я Хасим. Я тебе держусь. Решим сделать минералку, чтобы все могли увидеть побыстрее. Ну ладно, всем пока, потому что я, как у меня,